You ain't really ice in the zip zips. Салам, салам, как дела? Пойдет сам как? Да, потихоньку поздоровался. Всем привет, и с купюрщиком всем удачи. Парты по трассе зеленых светофоров и всего, короче, доброго, хорошего. Че, тачку всем помыли? Тачку помыли? Да, заехал помыть, да с пацанами поставить, пообщаться. Пойдем пообщаемся. Пойдем, подойдем. Все там ребята горчицы обсуждают. Как ваш клуб называется? Вас клуб или там, я не знаю, ТАСС клуб или как? Здравствуйте, как вы? Нормально. Салам алейкум. Салам алейкум. Че вы? Ну рассказывай, какие новости? Что тебе рассказывать? Ничего не рассказывать. Мотор мой продай. 18-й? Да. Сашку сейчас мою продай. Нет, сейчас Сашка стоит. Продай мотор, мне надо, очень денежка надо, чтобы слаб. А, ты говоришь, продай мне. Да. Ты мой мотор продай, да. Им кому-нибудь прокупите мотор. Ну, вот реклама вкратце. А что, давай, ты же говорил, мне рекламу сделаешь. Не, ну ты говори зрителям, то, что вот какой мотор сейчас стоит, полный слаб. Я откуда знаю, под капотом что стоит. Пойдем вот посмотрим. Вот засрань, да, не откроется он. Да почему пойдем, не откроется? Рекламу давай. Да, не откроется. Почему не откроется? Потому что на камеру не будет этого. Потом я тебе объясню. Это неинтересно на камеру говорить. Да, там есть чуть-чуть, короче, техническая неисправность открывания капота, блядь. Ну, ты ответь на вопрос, как клуб у вас называется? Нет, у нас никакого клуба, просто... Лада клуб, вас клуб. Лада клуба вообще отдельно, это другая история. Нет у нас никакого клуба, просто собрались здесь. А что, нет у нас? У нас есть Лада клуб, где там чисто жигулисты собираются, но мы в этом клубе никак не состоим. Вот и все. Мы просто приехали с пацанами, то есть вот общаемся здесь. Я ничего. Тебе ватсапом скину, ты потом кинь людям. Надо очень срочно продать. Прям очень срочно. Все хорошо. Ну, ребят, имейте в виду, продается CA18 Turbo. Все знают то, что эта пятера покорила не только Кыргызстан и Казахстан. Просто так? Просто так простояла в гараже. Я сегодня только первый раз запустил. Ясно. Ну что, какие новости вообще? Какие новости? Казахстан нам обломил полностью дрифт-историю. В Про-классе, наверное, у нас навряд ли в этом году кто-то поедет, потому что там теперь нужны барные каркасы, омологация костюма, перчаток и ботинок. Они ближе всю регламент сделали к России. Ну, в принципе, это и правильно. Я за это за. Ну, у нас безопасно же. Да, безопасность превыше всего, в кавычках. Ну, короче, вот этот вариант. А остальное ничего нового, все по-старому. А в этом году градус кап когда начнется? Ничего не известно, вообще никаких вариантов. Спонсоры, найдитесь на дрифт, будет лайк, вообще много лайков. Найдите спонсора на дрифт. А Тима Губаевчик говорит? Ничего не говорит, тишина. Пока тишина? Тишина, пока ничего интересного. Пока просто тишка есть. Затишье, короче, перед бурей. Но я думаю, этот сезон будет насыщенный. Дрифтеров много, каждым днем все грибы как, ну как да. Грибы растут. Вот, допустим, он, да, вот? Ну? Дождик прошел, недавно. Дрифтер. Дождик прошел, дрифт. Бывший субарист. Следующий. Вот, видишь? Я со стрипка теперь вылетаю, он залетает. Ты что, каркас все уже? Нет. Не, я слышал то, что... А, ну честь там. А здесь что, Тима не будет каркас запихивать еще? Я думаю, смысла нет, у нас много машин. У нас мало машин еще на каркасе. В смысле, у нас столько развития пошло, сейчас любить каркасом, это дофига пилотов и рыб. Я не вижу смысла этого. Интересный вопрос только по поводу Казахстана. Стриток. Каркас, нет. Я же разговаривал с Авдеевым. Я же в группе не сижу, разговаривал, ничего нет. Я просто за нас спросил, говорю, если мы местные какие-то, как эти, приедем на болтовых. Да. Нам сказали, мне написали так, если даже Райнтур приедет без каркаса, короче, мы вас не допустим, короче. Даже его не допустим. А это Subaru Impreza Spexi. Понимаю, стоял она... здесь. Этот... Давай откроем капот и посмотрим. Ты ничего не делал? Нет. По 1200 сумма, которая?
1350, брат. На 1350. Хоть дороже я взял. Да ладно. Полторы. А, 1500? Да. Базару нет. На 150 самого дороже. Нынче это особенно для Subaru. Грязь показать подкапотную. Ну, нет, почему? Мне нравится успех Си, люк вот этот. Всегда хотел и хочу, короче. Салам алейкум всем. Это владелец самый быстрый. Быстрого кирпича в нашей стране. Быстрее нету. Вот ответь всем подписчикам, подожди, почему момент. Ты ценник поставил 20 косарей? Ну потому что, наверное, машина мне сидит 28 тысяч. Кому не нравится, можете не покупать. Я потрачу еще 15-ку и буду ездить в свое удовольствие. 15 тысяч? Конечно. И будешь просить 35 тысяч? Нет, я просто потом буду сам на нем ездить, жарить в топе. Ты же продашь когда-нибудь. Возможно, когда накатаюсь, продам. 20 тысяч выставил. Да, я подержу тебе, кое-что скажу сам, дай. Айбек, расскажи своим подписчикам, по какой причине ты вот человеку сделал рекламу, и уже вторую неделю ты не выкладываешь его фотографии и ролик полноценный. И заезд с Адылом. Уважаемый Наби. Да. Джалибекович по отчеству. Не, ну ладно, конечно. Помимо гонок стрит-рейсинга, вот у меня... Вот с этой охуенной, я прошу заметить, вот с этой, да. У меня есть своя работа, где я занимаюсь видео услугами. То есть это связано с роликами, там, ну, короче... Порнографию ты снимаешь, мы знаем, всем, чем ты занимаешься, да. У меня не было опыта, кстати. Дальше. Ну просто интересно мне, почему ты выставил 20 косарей? Машина. Ну, якобы, знаешь... То есть ты из тех людей, кто считает, что вот он стоит 12-11 тысяч, за него столько надо просить и Не-не-не, почему? Например, в стоке 12 тысяч, да? Угу. Под капотку... Еще одну машину сверху, вообще полностью в эту машину я положил, даже больше, чем я ее купил. В обвесы, а давай сделаем тест-драйв. Покажем, расскажем, как она едет. Давай, которую ты выложишь в следующем году, да, когда уже... Не, поедет. Почему? Нет. Тест-драйв я быстро выложу. Ты за него будешь деньги брать? Это, по-моему, единственная Subaru Forester в левом руле. На 207 моторе. На VF-37. 37 даже. VF-37, твинскролл у дяди стоит. Нет, это... Нет, а просто... От Круспорта это кулиса. Настя. А вообще коробка от B4. А-а-а. Значит, 4 передачи. 4 передачи, да. Блин. Похоже, надо от BL поставить. Не подходит такая собака. Да ну. И сколько вы потратили, если не секрет? Потратил? Я не знаю, мечтал. Мечтали? Нет. Ну, примерно. Вам сколько лет? 3-4. Стыдно. Стыдно? Таким мешаем заниматься уже. Да. Нормально. У тебя как? Че, сегодня субботник? Да. Че ты палево снимаешь? Да, че? На рассвет на воде. Не надо это в кадре. Да, о чем? Пофигу. Лучше это, свою машину, ты же ее всегда снимаешь везде. Свою машину поснимай. Это Subaru Legacy. Сегодня заехал пацанам в Хада Сервис. Мы смотрим то, что Юман приобрел Evolution 7. И да? Что стоит здесь вообще? Я тут видео снимаю, пацаны. Ну, не знаю, говорят, что девяточная турбо стоит и прошивка ял. Так, в принципе, ничего особенного. Салон Райн. Что, турбо рада? Я, брат, честно, не знаю, какая тут родная турбо. Ну? Ну, здесь стоит ID.05 16G Twin Scroll. У них, по-моему, если не ошибаюсь, 20G идет. Не-не-не, завода. ID.05 16G Twin Scroll, вот он. Нифига себе, огромная турбо. Масло кидает, да? Не, это от старости самки накидано. Я никогда в жизни, как, видимо, самку поставили, никто не снимал. Трехпортовый соленоид, прошивка, брайт, акустика, 2 буфера киловатт. Не, ну я последний раз видел на ролике, помнишь, когда фильм снимали,
таксист, гонщик, да, это гонщик, да. В расширении все, крылья, пластик, карбон. А где она была все это время? В Казахстане? В Казахстане был, мы тебе гонадоры зеркала. Вы, получается, с Казахстана заправляли? Да. Ну, ценник не будем озвучивать, ну, а продавать за сколько будет? Блин, брат, посмотрим, сколько сядет. Ну, я думаю, 7500-8000. Продажа. Да. В принципе, в этой машине, ну, я не скажу, что она какая-то супер наурочная, но она красивая, она как бы этих денег стоит. Как бы, если вот все, что на ней есть, будет, где-то 7500-8000. Смотря сейчас от ремонта, какой ремонт будет. Ну, также здесь колодки нужно будет поменять, по мелочам, по ходовке, диски, проточки сделать. Вот сейчас это все восстановим, по мотору, инжектор, ну, полностью все отслужить. Все масла, моторы, вояки, в редукторах, везде все новые будут. Коробки, вот сейчас коробку дефектуем, коробку переберем, и вот уже целая машина будет так стоять. Ну, пойдем тогда, Юда, покажешь, как там собирается 2,5 на ковке. Ну, не будем, конечно, говорить, кто хозяин. На ковке, вот. Да. А можем озвучивать, кто собирал? Нет, но... Тоже? Это секрет. 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 Секрет фирмы. Да. Иманов секрет, блин. Ну вот так выглядит 2,5 на ковке. Кстати, бушки родные, да? Да, головки SG9, CP писан с поршня, манли шатуны, цветной коленвал. Цветной, да? Да. Пружины ГДБ. Заводы, что ли, или как? Нет, вы сами поставили. Мы сами поставили. Ну, в принципе, все. Это владелец ГЦ-8, который в этом году покорила весь город. Много вопросов, когда выйдет твоя тачка? Ну, к весне, наверное, будет готова уже. К весне? Да. В середине. Что там будет стоять? Ну, пока это секрет. Секрет? Да. Потому что что-то многие тоже готовятся очень. Мы тоже к нему готовимся. У тебя очень много соперников. Да. Все много. Хотят прям и BMW-сты, и... Ну, посмотрим, что будет в этом году. Ну, все, ждем тогда. И что, весной это примерно когда? Ну, середина весны где-то. Уже выйдет так? Да. А вот чем занят? Тише. Полирую маховики корзины от ржавчины. Это от чего? Это от BMW. Это от Honda 6-ступа. А-а-а. Это которая N24, да? Нет, это K24. А, это K24. Да он, блядь, назвать, доверился, ёба. Ничего не умеет делать, приходится самому все делать. Только мотор умеет собирать, а остальное ничего не умеет. Ё-моё. Неправильно клапана чистить, я тебе говорю. Нельзя так делать. А это согнутый, тренируешь на них. Ты там ходил, он орал. Я его на камеру сейчас скажу. Смотри, как замолчал, да? А что сказать? Что ты хочешь услышать? Что ты хотел ему сказать, когда он там ходил? Ха, прохалка, но не буду в камеру. Вот это. Что стоит здесь, кстати? Здесь Сузуки 1.3 Дохов. 1.3? Доховский двухраспредвальный, крутится 8000 рублей. Короче. Подвеска вся перебрата. Давай на днях просто тестить будем. Давай. По горам полазим, что? Нашел? Не сможешь ехать. Лучше б я. Почему? Ну, на нем надо привыкать ездить. Механика же. Ну, давай попробуй. Посмотрим, бля, получится мне. Так, первое, так же, пятое. Заднее, да? Сейчас полный привод идет? Нет, сейчас задний. Задний? Пока на заднем. Базара нет. Да, 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 сейчас. И что, как по городу вообще? По городу некомфортно, но я вчера до 3 часов ночи по горам летал.
И не позвал, да? По горам, братуха, прикольно. По горам. Короче, я выехал с микрорайона Учкун. Заехал на... А что, гидрача нет, что ли? Нет. Заехал на поля и выехал в Бишкунгей. Получается, ты с этого, с Тунгуча, что ли? Да. Через Тунгуч и вот так по до поля Бишкунгей. До Бишкунгея. И чё, как она вообще? По бездорожью 70-80. Конечно, сцепа здесь. Это специально так? Да. Сейчас полный привод как включить? А, просто, да? Да, это полный привод. Еще есть понижайка. То есть блокировка полная. Ну, конечно, без гидрача чуть-чуть неудобняк. Здесь рулевой демпфер стоит, Бильштайн, чтобы на качкарях руль не выбивало. Если его снять, то будет легче руль. Сейчас сюда с Ислам байке установим ковши стишные. Два ковша. Два ковша. Этот тогда такой. Ремни надо купить еще. Фонарь LED наверх, переднюю лебедку, заднюю лебедку. Значит, будете участвовать в ралли. Для этого эта тачка взяла. А штурманом кто будет? Штурман? Ислам? Без разницы, хочешь ты будешь. Да нет, спасибо. А, штурман это же кто этот? Да, да, да. Не, не, штурманом я буду, водитель Ислам. Может, наоборот? Нет, он будет.